до конца третьего тайма, по крайней мере. Гол! И реакция президента клуба, Бек Затпор справляется со своей же ошибкой. Это значит, что концовка нас ждет непременно огненная. И не все в этом матче понятно. Не все в этом матче разрешено. Есть шансы у Локомотива. Из-за ворот видно очень, что Макаревич опорную ногу поставил по направлению мяча правую. Смотрим раз, и потом мяч меняет, ныряет от песка.